Так, здравствуйте, друзья! В этом видео я расскажу, как зарабатывать на буксах серии Ad. И, собственно, на чем базируется заработок на ботах. Значит, у нас есть такие вот сервисы, буксы, которые называются AdBCH. Соответственно, они называются так, потому что приносят какую-то определенную криптовалюту. Например, здесь мы зарабатываем с вами Bitcoin Cash. Здесь, например, Tron, здесь Bitcoin, здесь Ripple, здесь, например, Zcash, здесь Doge, здесь Ethereum, здесь LDC, Litecoin, здесь также Doge. Вот, и, собственно, Dash, например, да, то он приносит Dash. Так вот, заработок базируется, собственно, на просмотре рекламы, да. Наверное, вы уже сталкивались с такими буксами. Вот, например, самый известный – это AdBTC Top. Вот, но это вот аналоги AdBTC Top из серии из 9 таких вот буксов. Вот, можно выводить, собственно, минималку, у каждого букса она своя, собственно, заходим в Withdraw и выводим на, например, на агрегаторы микроплатежей Micropod, например, FaucetPay или просто, например, на свой кошелек, но на кошелек всегда больше, либо перечислить можно на покупной баланс для рекламы. Вот, собственно, просмотр рекламы доступен в разделе Surf, здесь необходимо решить капчу, как обычно, это рекапча версии 2, нажимаем Enter. И дальше смотрим рекламу. Вот, собственно, нам платят только за просмотр рекламы. Вот 80 секунд мы смотрим, нажимаем, например, View, начинаем смотреть рекламу, и таймер у нас пошел. Если мы закроем вкладку, то, соответственно, мы ничего не заработаем. Ну, естественно, надо смотреть до конца. Вот. Точно так же будет работать бот. Значит, представляю вам 9 ботов, которые, собственно, будут зарабатывать за вас и смотреть рекламу. Вот, они называются вот так, каждый называется так же, как называется сайт. Вот, настройки здесь очень простые, непосредственно можно выбирать решение капчи определенное, дальше непосредственно можно выбирать количество аккаунтов, то есть аккаунты безгранично можно использовать. Здесь нажимается на такую кнопочку, и если вы пользуетесь моими ботами, там открывается база данных, вы заполняете базу данных, там ничего сложного нет, на русском языке все, где логин ставить, где email, обязательно порядковый номер, и, собственно, запускаете. Также можно выставлять паузу между проходами, то есть если бот не обнаружит рекламу, он будет ждать определенное время в минутах, и после опять будет логиниться. Ну, если он же залогинился, он не будет логиниться, он будет смотреть, реклама есть, нету, через этот интервал времени. Давайте теперь запустим, посмотрим, как будут работать все боты в связке. Сейчас у меня используется в настройках Captcha Guru решение. Вы можете подключить и CapMonster, можно и Xevil, можно подключить, например, AntiGate, AntiCaptcha или RuCaptcha, TuCaptcha. Запускаем всех ботов и будем смотреть за работой ботов непосредственно. Вот, давайте включаем и будем наблюдать за работой. Наблюдать мы будем в логе, вот здесь. Так, сейчас я проверну все в лог. Здесь раз, два, три, четыре. Вот, и будем наблюдать, как мы будем зарабатывать. Вот, работа уже пошла. На некоторых аккаунтах мы видим, что он уже решает капчу, показывает баланс на Captcha Guru, соответственно, для контроля, да, его расхода. И пишет, что использует отпечаток браузера. Это означает, что вы будете максимально уникальны и восприниматься сайтом как уникальная личность, чтобы вас не заподозрили, например, в ботоводстве или мультиаккаунтах. Для этого используется для каждого аккаунта свой отпечаток. Теперь давайте дождемся, пока он решит капчу, войдет в личный кабинет, сохранит все необходимые данные для авторизации и начнет уже смотреть рекламу. Так, вот, как видите, собственно, заработал здесь уже на просмотре рекламы столько-то, да, тронов. Здесь у нас еще не решил капчу, здесь, например, заработал уже столько-то зэк. Также он берет баланс после прохождения еще раз и будет записывать его в базу. В базе можно все это видеть. Дальше здесь он, например, собрал BTC сатоши, да, 13 сатоши за просмотр рекламы, здесь 17 сатоши за просмотр рекламы. Вот, здесь он заработал в лайткоинах, а здесь он еще пока не вошел. Ну, соответственно, здесь, например, заработал уже 235 биткоин сатоши.
Ну, вот этих вот Bitcoin Cash Satoshi. Вот, таким образом работают у нас все боты. Вы можете их поставить точно так же на виртуальный сервер, можете поставить их на свой компьютер, который у вас рабочий, например, да, и пусть они крутятся круглосуточно, зарабатывают вам на счет. Потом вы можете зайти непосредственно на сам сайт, либо это все сделает бот за вас, там есть функция автовывод, просто выбирайте там, обязательно кошелек нужно указать, сейчас я покажу. Здесь вот заходите в вкладку Withdraw. Ну, конечно же, как я сейчас делать не надо, вы заходите параллельно с ботом работой на сайт, чтобы вас сайт не вычислил. Я сейчас показываю для теста, демонстрации. Вот. Собственно, здесь дальше выбираете микропод, например, Faucet Pay или Wallet. На Faucet Pay самая минимальная, собственно, комиссия и самый минимальный вывод можно осуществлять. Соответственно, я рекомендую выводить на Faucet Pay. Faucet Pay – это такой агрегатор, да, который, собственно, в интернете уже давно известный. Он обладает большим количеством кранов, и это как бы тоже кошелек микроплатежей. Вот, чтобы не выводить вручную, вы можете здесь настроить. Сейчас я, например, какой-нибудь выключу из рабочих кранов. Допустим, ну давайте, допустим, какой-нибудь Dash, допустим, перезапущу. Делаем рестарт. Вот. Делаем рестартик. Вот смотрите, здесь есть вкладка автовывод. А если включить, нажать да, то вы можете выбрать, куда вам выводить. Ну, как я уже советовал, Faucet Pay. И здесь можно выбрать, выводить все доступные средства. Если нет, то нужно указать сколько. В количестве, да, в эквиваленте, но это нужно наверняка знать, сколько там минималку, да, либо он будет сам брать минимальное значение сайта, если вы нажмете да, и выводить все доступные средства на ваш кошелек. Это сделано для удобства, потому что если у вас будет, например, несколько аккаунтов в работе, то на каждый заходить еще и с прокси, это очень невыгодно. Ну, собственно, вы можете быстро спалиться, ваш аккаунт заблокируют и так далее, поэтому все это делается через бота. Также здесь есть полная смена на русский язык, нажимаете русский, и здесь все будет на русском языке. Также есть авторегистрация, вы можете включить авторегистрацию, если, например, не хотите заводить все руками, но обязательно для этого нужны почты, вы вводите почты, и за вас все это регистрируется. И теперь я покажу, например, соответственно, как выглядит база. База выглядит следующим образом. Здесь заполняется, нажимаете сюда, нажимаете «Добавить», если на русском языке, вот. Здесь обязательно указывайте номер аккаунта, если это первый, то первый, если второй, то второй, и так далее. Дальше, например, вы выбираете ваш юзернейм, это логин на сайте, затем вы указываете пароль, потому что email не требуется при входе, например, там какой-нибудь такой. И прокси, если требуется, в формате следующем логин, пас, дальше IP, порт. Здесь тип прокси может быть HTTP обязательно с маленькой буквы или SOX 5. Самые распространенные типы. Дальше здесь будет указываться баланс, здесь ничего не трогайте. И wallet здесь можете указать, если вы будете использовать Faucet Pay, здесь необходимо указать кошелек, ну, в зависимости от крана, ну, букса. Например, если это у нас Dash, то мы, собственно, с вами указываем Dash кошелек, который привязан к нашему Faucet Pay. Вот таким образом у нас работают с вами буксы. Вот, как видите, все идеально работает. Единственное, что вам необходимо, собственно, подключить какой-то сервис решения капчи, ну, который будет автоматически для вас решать капчу. И на него там внести рублей 5-10, этого будет достаточно первое время. Вот, и, собственно, уже начать зарабатывать криптовалюту. Ну, криптовалюта, как вы знаете, в курсе намного выше, соответственно, ваши потраченные рубли на капчу будут окупаться вдвойне. Соответственно, вот здесь будете следить за заработком, заработано, и в базе данных, в нее, кстати, можно по синей кнопке зайти, Show Database. Здесь будете контролировать как ваш баланс по каждому аккаунту в удобной таблице. Вот на этом все. В принципе, оформляйте заказ, переходите по кнопке и начинайте зарабатывать криптовалюту.